синий галстук, светоотражающий значок и обещание быть примером для всех. Теперь они не просто школьники, а юные инспекторы дорожного движения. Сразу 26 учеников 11-го лицея вступили в одноименный отряд. Равняться ребята теперь будут на шестиклассников. Они вот уже год следуют клятве юидовцев. Старшеклассники еженедельно приходят к нам в начальные классы и проводят различные мероприятия, соревнования, конкурсы. Ребята делятся своими знаниями и опытом. Движение популярно среди ребят. В Ульяновской области дорожную безопасность пропагандируют 412 отрядов ЮИД. Это почти 4000 школьников. Дети через игровую форму знакомятся с культурой поведения на дорогах, что в конечном итоге снижает количество аварий с участием несовершеннолетних. Ребята этого движения не просто пропагандируют безопасность, выходят на акции с сотрудниками госавтоинспекции, проводят занятия для младших школьников, рассказывая о мероприятиях, но и являются очень активными участниками безопасного колеса. Это всероссийский уровень. Ребята ежегодно занимают призовые места. Безопасность детей – работа комплексная. По основным вопросам ее обеспечения прошло родительское собрание. Представители регионального профильного министерства и правительства разобрали основные тезисы, как не допустить трагедии в учебных учреждениях. Ребенок должен чувствовать себя комфортно. На ближайшие 3 года стоит задача – обеспечить антитеррористическую защищенность школ области. Вот, да, такую задачу мы поставили себе и впервые по поручению губернатора, впервые в регионе, на это выделено целевое финансирование, которое превышает, мне кажется, более 380 миллионов рублей. Мы понимаем, что это беспрецедентные меры, на которые пошел губернатор в нынешних более чем непростых экономических условиях, потому что, опять же, безопасность наших детей – это безопасность нашего с вами будущего. Средства будут направлены на ремонт и установку ограждений и освещения по всему периметру школ, оборудование системы контроля, установку КПП при входе или выезде в учебное учреждение. Светлана Карпухина, Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.